При обучении собаки посадке, укладке или стойке следует добиваться не только того, чтобы собака моментально выполнила эти команды, но и отрабатывать выдержку. Умение собаки выполнять команду до тех пор, пока не услышит следующую. Сначала выдержка отрабатывается у ноги хозяина, который сажает, кладет или ставит собаку. Держит ее какое-то время в этом положении, периодически поощряя поглаживанием или лакомством. И только после того, как собака научится четко выполнять команды у ноги хозяина и довольно долго, около минуты, сможет находиться в неподвижном положении, хозяин может понемногу отходить от собаки. На один шаг, затем на два. Потом можно походить вокруг собаки, постепенно увеличивая радиус. Но каждый раз возвращаясь и поощряя за то, что она правильно выполняет команду. Если собака меняет положение на неправильное, хозяин как можно быстрее возвращается к собаке и фиксирует ее в исходном положении, строго повторяя команду, затем снова отходит от собаки. Вырабатывать выдержку нужно на довольно длительное время, на 10 минут и более. Чтобы, например, посадив свою собаку, хозяин мог уйти на такой срок, который ему будет необходим. Постепенно увеличивать расстояние между хозяином и собакой можно только после того, когда собака научилась безукоризненно выполнять данную команду на предыдущем расстоянии. Если собака команду не выполняет, не нужно добиваться своего повторными командами. Необходимо подбежать к собаке и перевести ее в требуемое положение сразу же после первого невыполнения команды. Уходя от собаки во время дрессировки на большие расстояния, вы всегда должны ее видеть, чтобы в любой момент исправить ее ошибки. Только после того, как один прием будет хорошо освоен, можно переходить к следующему. Если вы дорожите своей собакой, не стоит оставлять ее дожидаться вас у магазина, даже на привязи, даже если хорошо выработана выдержка у собаки, так как всегда найдется способ увести любую собаку.